106-ю годовщину со дня образования отметили пограничные войска. В Сургуте прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко дню этого рода соединений. На набережной реки Обь, вблизи речного вокзала, собрались те, кто не понаслышке знает о том, как правильно защищать родину. Среди посетивших митинг были те, кто ранее охранял границу, а также действующие военнослужащие, те, кто отстаивает интересы нашего государства в специальной военной операции. Солдат, которые прилагают усилия к тому, чтобы в нашей жизни вновь наступил мир, наградили почетными медалями и благодарственными письмами. Это особый день в нашей стране, в истории нашего государства. 28 мая отмечает свой праздник. Люди, которые принимают удар на себя первыми. Это было в истории России всегда. Поэтому я искренне поздравляю с праздником, со 106-й годовщины образования пограничных войск. Бойцы-пограничники несут службу на территории протяженностью более 60 тысяч километров. Все потому, что наша страна соприкасается с территориями 16 государств по суше и с двумя по морю. Пограничники – те, кто первыми встречает незваных гостей, и последние, кто провожает за пределы Российской Федерации. О героических подвигах солдат, несущих службу на границе, вспоминают всегда. К примеру, оборона Брестской крепости. Несколько дней и ночей неравных боев, отнятые жизни. Пограничники сделали все, чтобы задержать врага. Недаром у них был девиз «Мы первые, за нами Родина». Сердечно поздравляю вас с праздником, со 106-й годовщиной. Я слышал много разных девизов погранвойск. Граница на замке, ключ у нас в кармане. Мой щит, остальные шурупы в этом щите. Но есть один девиз. Девиз защитников Брестской крепости, который они нам передали по наследству, вам передали по наследству. Мы первые, за нами Родина. Действительно, это так. Вы первые. Вы первые во всем.